Итак, сейчас будет фокус. А кто это у нас сидит в мойке? Маняшечка, а ты что сюда залезла? Жарко. Маняша, ну напугали ребенка. Что делает Маняша? Валяется? Валяется? Ты моя хорошая, жарко, да? Жарко, жарко, и мы валяемся. Маняшечка. Вот такие мы девочки красивые. Вот такие мы красивые, да. Приехали мы со Светулькой погулять в центр. Это у нас, я так понимаю, Малая Нева. Сейчас пойдем на Большую, поближе к крейсеру «Авроре». Покажу вам обязательно крейсер «Аврору». Очень красиво. Да? Скажи всем привет. Всем привет. Мы гуляем сегодня. Отличный солнечный день, но, правда, немного ветрено. Но ветрено, зато очень красиво волнуется река. Посмотрите, какая прелесть. Река Нева, да. Это Малая Нева. Очень-очень красиво. Даже ветер не мешает прогулкам. Как вот. Говорят, живешь в городе и мало где бываешь. Поэтому приехали погулять именно сюда и посмотреть поближе на такой легендарный корабль, как крейсер «Аврора». Вот такой легендарный этот корабль, огромный. Вообще тут очень-очень красиво. Сейчас пойдем до Большой Невы, тоже покажу вам обязательно. Жалко, очень ветер, очень сильный. Все ж сдувает. Очень красивые в Петербурге здания. Посмотрите, какое здание с часами. Никогда так близко не видела «Аврору», как сейчас. Здесь можно сходить, здесь экскурсия. Здесь как, наверное, музей. Да. Вон люди стоят, можно подняться на корабль. Но мы, наверное, не пойдем сегодня. Очень ветрено. Мы посмотрим на нее со стороны, пофотографируемся. Давай. Очень красиво, да? Угу. Да? На заставку, да. У тебя фотографии нет, это белое, это не в Инстаграм. Да. Или в этот. Или в Инстаграм, да. Заставка. Thank you.
Ты ел. Она у тебя есть. Эти, правда, очень красивые. Музыку наложишь? Я музыку наложу. 30 секунд бери. Вот там яркое лето, сделай пониже. Вот, я твою яркое лето. Да сделала. Она все на эти, блядь. Но они классные. Зашли поесть в Макдональдс. Я взяли себе креветок. У Светки тоже креветки. Где твои креветки? Давай. Уже съела? Как вкусные? Вкусные вообще. Вкусные, вот, но соус. Правда, единственное, они очень подорожали. Мне кажется, раньше они были намного дешевле. Вот соус. Соусик. Тысяча островов. У нас. Светка выбрала себе роял бекон, новинку. Мороженое, ну и мороженое, как всегда, да, с кофе капучино. И я взяла себе панини. Очень вкусненькое, с руколой тоже. Так что сидим, кушаем. Кто кушает, всем приятного аппетита. И... также и нам. Да. А кока-колу сказала, я взяла дикая клюква. Но что-то мне кажется, это кока-кола. Да. На втором этаже сидим. Вот такая красота у нас за окном. Кстати, это не жарко, да? Хорошо. Не очень хорошо, да. Но сильный ветер тоже сегодня, как и вчера. Синяя-синяя, да? Вы будете чувствовать мое дыхание.